Заместитель председателя Совета депутатов округа Анатолий Андронов встретился с жителями улицы Стефановского в микрорайоне Чкаловский. Граждане смогли обсудить с парламентарием местные вопросы. Так, в одном из подъездов дома ранее была проблема с лифтами, которые оперативно устранили. Теперь все исправно. Одна из местных жительниц квартиры, которая находится на первом этаже, жаловалась на неприятный запах, периодически появляющийся у нее в ванной. Были проведены все необходимые работы по решению проблемы. В ходе встречи жители выразили благодарность главе округа Андрею Булгакову за множество изменений к лучшему, произошедших вблизи их дома. Предыдущая встреча главы с жителями и проблема, которую мы здесь услышали от жителей, она была решена. Вот. Слова благодарности за дорогу, за освещение, за площадку, построенную для детей. Ну, как всегда, есть отдельные недоделки или шероховатости, которые надо устранить. Поэтому сегодня мы услышали о результатах, что есть, конечно, еще некоторые вещи, которые надо помочь и решить им. Для этого собран такой большой сбор, чтобы как можно больше услышать мнений.